Канада в большом космосе с 1984 года. Дорогу на орбиту проложил Марк Джозеф Жан-Пьер Гарно в составе американского экипажа на шаттле «Челленджер». Несмотря на небольшой отряд астронавтов, всего 8, канадцев с некоторых пор считают главными манипуляторами в космосе. По сути дела, Канада отвечает за сборку различных элементов МКС, начиная с 1998 года и по сегодняшний день. На родине хоккея создали лучшую космическую перчатку, которая по-хоккейному уверенно держит любые грузы в невесомости. Роботы-манипуляторы «Канадарм-1» и его преемник «Канадарм-2» уже несколько лет помогают разгружать на орбите корабли, перемещать грузы и выходить в открытый космос. Это стало для нас отправной точкой для того, чтобы мы продвигали наши космические программы дальше. Недавно на международной встрече в Квебеке главы космических агентств подвели итог работы Международной космической станции и решили продлить срок ее эксплуатации до 2028 года. Однако земные орбиты не предел. Мы, конечно же, будем исследовать Марс в международном формате. С одной стороны, к полету на Марс должны быть готовы люди. Также мы должны подготовить и необходимое оборудование. Но мы хотели бы, чтобы это были именно международные усилия. Мы все объединились бы и полетели к Марсу вместе. Рождение частной космонавтики уже не вызывает опасений. В апреле этого года, правда, пока под присмотром НАСА и Роскосмоса, компания SpaceX планирует тренировочный полет космического корабля Dragon. Мы выразили свою беспокойность системой отработки этих частных аппаратов и договорились, что мы создадим рабочую группу совместную, которая посмотрит действительно, насколько все отработано именно с той точки зрения, чтобы обеспечить безопасность экипажа во время стыковки. Сегодня строительство МКС почти завершено. Однако желающих проводить эксперименты в космосе все больше. Главы космических агентств утверждают, места на борту станции хватит всем.